Окей. Народ, сегодня мы с вами выучим замечательный танец, который называется 95 из такого направления, как Чикаго Жук или Жук Футворкинг. Это направление из мюзикл хип-хопа. Танец, который мы выучим очень-очень-очень прост. Давайте же приступим. Сходное положение, ноги вместе. Первое, что мы делаем, это шагаем правой ногой, например, вправо. Переносим полностью на нее вес. Дальше возвращаемся обратно на левую ногу. Повторим то же самое несколько раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То же самое пробуем делать в другую сторону. Влево, влево. И раз, возвращаемся. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь соединим и сделаем по два раза в каждую сторону. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вы, наверное, заметили, у нас что-то еще появилось. Между этими шагами мы делаем такую спрыжку. То есть мы спрыгиваем на две ноги одновременно. И таким образом меняем ногу для того, чтобы шагать в другую сторону. Получается. Раз, два, раз, два, раз, два. Конечно, можно делать другой последовательность, например, 1-1-2. Раз, два и два. 1-1-2. 1-1-2. 1-1-2. Что же с руками? Руки у нас двигаются свободно или же в разные стороны. Они следуют за рабочей ногой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Покажу в профиль. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Танец достаточно быстр, поэтому нужно держать тело в тонусе и особо не расслабляться. Последний раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот такие вот образы. Сейчас мы будем учить танец, который называется Tom and Jerry's из Chicago Juke Footwork. Танец достаточно простой, но очень интересный. Для начала поработаем с ногами. Нога сгибается в колени, поднимается перед собой и спереди. Следующее, что он делает, это вот такой вот как бы кик, то есть мы выталкиваем что-то такое. Себе подтягиваем, выталкиваем, еще раз, себе, выталкиваем. Я покажу лицо, чтобы было понятно. Себе, выталкиваем. Раз, два, три, четыре. Нога, как вы видите, на которой мы стоим, опорная, выполняет небольшой такой прыжочек или откат назад. Оп, 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 оп. Визуально напоминает немножко, и особенно по ощущениям, пати-маши. Ну, это не совсем пати-маши. Мы поднимаем ногу к себе, поднимаем ногу, поднимаем. Часто делается серия 1-1-2, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
если учитывать, что Чикаго же творкинг достаточно быстрый бит и быстрый танец, то танец выглядит похоже так. Том и Джеймс, Чикаго же. Окей, народ, следующий наш танец называется Power Move. Он действительно немножко сложноват. Почему? Потому что он составной. И это танец из Чикаго. Жук, футворкинг. И это о многом говорит. Итак, начнем разбираться. Первая его часть состоит из подъема ноги, согнутой в колени. Раз. Раз. Это легко. Вторая часть – это, как мы уже говорили, танец, который достаточно часто встречается в разных стилях. Мы в одну сторону качаем, в другую. Я этот танец уже объяснял, поэтому, если вы хотите подробнее посмотреть, как делается вот это движение, вы можете немножко порыться в моих обучалках. Сейчас речь идет о другом. Третья часть Power Move это кик. Загибаем ногу за другую сторону. Дальше ставим, выставляем пятку вперед. Дальше мы, используя опору на пятку, перемещаемся в другую сторону, шаг, шаг. Сделаем то же самое в другую сторону. И раз, и шаг, шаг. То же самое я покажу боку. Итак, кип. Забрали. Поставили ногу. Шагнули. И забрали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть шагов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Итак, соединим это все вместе. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, и семь, и восемь. Сделаем то же самое в другую сторону. Следующее, что нужно еще добавить сюда, это руки. Руки у нас поднимаются либо две, либо одна. Две, одна. Итак, добавляем руки. Во время первого движения. Какая нога, такая и рука. И раз. Дальше две. Два. Дальше. Две вверху. Три. Четыре. Дальше. Куда идем, та рука и остается. И пять. Шесть. И семь. Опускаем. В другую сторону. Какая рука, такая нога. Две. Обе. Дальше. Куда идем, тот локоть на руки и остается. Немножко побыстрее. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И семь. Восемь. Раз. И два. А я сбился. Давай попробуем еще раз. В другую сторону. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Ок. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И семь. Восемь. И раз, два, три, четыре, и пять, шесть, и семь, восемь.
сейчас мы выучим такой танец, как дрибл, или дриблы. Это танец, это движение, эта техника достаточно важна, потому что она прослеживается в практически многих, очень многих танцах Чикаго, Жука. Поэтому давайте рассмотрим ее. Она достаточно проста, но вместе с этим достаточно сложна. Вроде смотреть легко, а делать и использовать в других танцах, таких как, например, Dance with Tom and Jerry и так далее, достаточно сложно. Итак, разберемся, что же мы делаем. Мы просто-напросто перепрыгиваем стеги на раз, два, три. Очень просто. Но не так все просто, как казалось бы. Потому что через несколько разов мы вставляем такую штуку, подтягиваем к себе ногу. И раз, два, три, и кружу бок. Раз, два, три, и раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Если учесть, что Чикаго Жук футворкинг делается достаточно быстро, под очень быструю музыку, то это достаточно сложно. Кажу к вам лицом еще раз. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Бах в бочку. Некоторые оставляют вес тела сзади. Некоторые переносят его вперед. Но это достаточно сложно, как для меня. Переносить его вперед. Поэтому я оставляю сзади. Эта техника хоть и сложная, но одновременно простая. Обработайте ее, так как вы встретите еще не раз танцы с этой техникой. Peace. Yo, people. Мы учим низкую хип-хап, и следующий наш танец – Advanced Tom and Jerry. Усложненный вариант танца Tom and Jerry из Chicago Jug Footworking. Итак, разберемся, в чем тут дело. Я вам уже обещал, что техника из дриблов будет использоваться во многих танцах этого стиля. И вот же она используется. Итак, Advanced Tom and Jerry. Мы стоим на двух ногах, отпрыгиваем в одну из сторон и немного отпрыгиваем, и свободная нога выполняет у нас скрип, собирая ноги вместе. В другую сторону делаем то же самое. Снова повторяем. Здесь используем дрибл. Выталкиваемся снова. И раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8. Покажу бок. И раз, два, три, четыре, пять. Очень важную роль здесь выполняют стопы. Как по мне, очень важную роль. Стопа опорной ноги. Понаблюдайте за ней. Когда мы делаем кип, мы немножко поворачиваем ногу и отпрыгиваем. Раз. Возвращаемся. Поворачиваем, прыгиваем. Возвращаемся. Поворачиваем. Когда делаем дрибл и подтягиваем ногу, она поворачивается. И обратно. Мы как бы отталкиваемся. Угу. Смотря на это движение, сразу вспоминаю старый, добрый америкосовский мультик Tom and Jerry, Advanced Tom and Jerry, Chicago Jug Footworking. Окей, people, мы продолжаем с вами знакомиться с смыслом хип-хопом.
И следующий наш танец — это Running Man Dribble из Чикаго Juke Footworking. Танец достаточно простой, но вместе с этим сложный, потому что он как бы нужно для его исполнения достаточно быстро двигать ногами. Итак, разберем, что же мы делаем. Первое движение — мы делаем кик с одной из ног вперед. Перепрыгиваем на другую ногу и свободно делаем снова кик. Следующее движение — мы остаемся на этой же опорной ноге, но выпрыгиваем вперед. Я покажу точно так же боком, чтобы вам было яснее. Кик, перепрыгиваем и возвращаемся на эту же ногу, но свободно идет назад. То же самое мы делаем и с другой ноги. Кик, перепрыгиваем и возвращаемся на эту же ногу. Раз и два. Три и четыре. Пять и шесть. Семь и восемь. Раз, два, три, четыре. Что касаемо рук. Руки у нас двигаются вот таким вот образом. И, конечно же, как в природе у нас создано, противоположная рука составляет противоположную ногу. И танец достаточно простой для тех людей, которые танцуют хаус. Там есть подобный танец. Вот. Поэтому ничего сложного в этом нет. Давайте попытаемся еще раз разобраться. Раз и два. Три и четыре. Пять и шесть. Семь, восемь. It's a Running Man Dribble. Chicago Juke Footworking.